Здравствуйте, дорогие друзья! Серый цвет в одежде может быть достаточно сложным. Грань между неприметным серым и элегантным серым очень тонкая. Серый – это смесь черного и белого. Вариантов оттенков бесконечное множество. Лучше всего глазом воспринимаются те комбинации, где оттенки находятся на одинаковом световом уровне. Например, светло-серый комбинируется со светлыми оттенками других цветов. То же самое касается и темных оттенков. Серый способен приглушить насыщенность других цветов. Он поглощает их, делая менее яркими. Красный цвет в сочетании с серым выглядит благородно. Главное, чтобы серый был доминирующим. В комбинации с розовым серый приобретает романтический налет. Сочетание серо-розового прекрасно подойдет для создания нежного образа. Яркие оттенки фуксии и малиновые серый приглушает, делая их элегантными. Оттенки желтого со светло-серым сделают ваш образ более жизнерадостным. А вот комбинация зеленый и серый требует большей продуманности. Серый прекрасно сочетается с бутылочным зеленым, с цветом морской волны или молодой зелени. Синий-серый – роскошная комбинация. И серый, и синий цвет относятся к холодной гамме, поэтому их сочетание подарит потрясающий эффект. Серый прекрасно гармонирует с фиолетовым, бело-серый и черно-серый. Это классический беспроигрышный вариант. Серый-оранжевый смотрится очень ярко, стильно и динамично. Голубой прекрасно сочетается только со светло-серым оттенком. Коричневый и серый требуют очень тщательного подбора. Если вы решили сочетать эти два цвета и видите какой-то дисбаланс в образе, разбавьте одежду белым цветом. А вот серый и бежевый – самая удачная комбинация. Она универсальна и подходит всем. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Ставьте лайки, пишите свое мнение, подписывайтесь на мой канал. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам только самого хорошего, чтобы на вашем пути встречались только добрые и отзывчивые люди, чтобы в семейных отношениях была гармония, радость и любовь. Всего хорошего вам! С наступающим Новым годом!